Это королёр Генгл и Зубл, которые каким-то образом попали в мир Майнкрафта. И для того, чтобы они выбрались, нам нужно создать для них специальную дверь, которая называется выход. И сделаем мы ее только в том случае, если они будут нас слушаться и помогать проходить Майнкрафт. Но получится ли у нас подружиться с ними и выжить в таком мире? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Скретчи, открывай! О, господи, ты что так тарабанишь? Что случилось? Сейчас все расскажу, зырь, каких чубриков я нашла. Каких чубриков? Господи, испугали меня! Я уж думал, все, у тебя шиза, никаких чубриков ты не нашла. Че, где ты их нашла вообще? Это я и моя банда. Пацаны, поплевухи в него. Куда, дед? Какая банда ты это? Фласка, ты че, они из цифрового цирка, они... Они злые! Они не злые, они добрые, хорошие, они просто-напросто застряли и хотят найти выход, а мы им поможем. Слушай, подожди, так мы уже, помнишь, встречали с тобой Кейна, Джекса, кто там еще был? Я не помню, ребят, напишите в комментариях, кто там еще был. А сейчас вот эта троица пришла, а тем мы вроде выход нашли. Ну так в этом-то и дело, они узнали, что мы тех-то вывели отсюда, и они хотят тоже выйти, помоги им. Так вместе поможем, подождите, так, не драться. Сначала нужно всех идентифицировать, это у нас король. Лупоглазый королёр. Ты чё делаешь? Не меняй со мной местами! Ну, чертила. А, так, Генгл и Зубл. Вот мне нравится, что Генгл веселая, хотел я сказать. Всё, она грусти. Не грусти, я тебя покатаю на руках. Они хотят выход. Смотри. Хочешь выйти? О, хочет выйти. Так, ребят, смотрите, мы вам дадим выход при одном условии, если... Ты чё, голова маленькая? Давай я тебя... Не суну сюда. Куда? Мой дом запрещен. Вход запрещен. Ну да, ты король, тебе все можно, конечно. Фласка, а ты где их вообще нашла-то? А, да я просто проснулась, бамс. Они смотрят на меня. Это плачь, детка, что ты плачешь, Генгл? Не плакай, смотри, какая плачь. Я говорю ей, мы выход тебе найдем. Она такая, ну давай показывай, как было. Выход найдем, я такая, да. Смотри, и счастливая. Я понял, господи. Так, подождите. Давайте сначала посмотрим, что вы все умеете. Нужно сначала понять. Давай, королёр, показывай, что... Да, я понял, что ты грядку умеешь топтать, не топчи грядку. Это был две дюймовлера. Ну, походу, земля ему пухом. Земля ему грядкой. Это я понял. Зубл бьется молнией из-за того, что у него вот молния на башке. Это все круто. А Генгл у нас умеет... Маски меняют. Ты что, притягиваешь меня? Фласка, она меня притягивает. Так удобно, смотри, ты будешь падать в пропасть, а ладка, бам! Ой, господи. Так, хорошо, подождите. Вам нужен выход. Это я все прекрасно... Не понял? Да темп бессмертия мне дали, Фласка. А мне поводок. Понимаем, держи. Ладно, дарю тебе тотем. Ты чё дерешься? Ты зачем свою руку отцеп... Ты куда кидаешь свою руку-то? Да не трогайте жителей! Ладно, я понял, допустим, хорошо. Ребята, смотрите. Прежде чем я дам вам выход, я буду вам платить морку... Ты куда меня ведешь? Ты погладил жителя, что ли? Погладил жителя, и он дал уголь. Фласка, давай им придумаем какие-нибудь задания. А она в прятки тут играет, что ли? Ну, по всей видимости, да. Нужно ее закрыть чем-нибудь. Так, все хорошо, смотрите. Если вы хотите выход, я вам помогу, но при одном условии. Генгл, с тебя, что ты умеешь? Ты обычно умеешь плакать, я понял. А, тихо! Вот все померли, кто был рядом. Ты что там делаешь, Фласка? А, мы с ней смотрим друг на друга, искра, безумие и буря. Понял, хорошо, смотрите. Значит, дело, в общем, такое. Королёр, ты у нас за... Ну, ты у нас шизик немножко, поэтому ты идешь добывать... Не прыгай на меня, раздавишь еще, смотри. Ты должен мне принести инструменты, потому что у меня нету инструментов, понял? Каменные инструменты. Давай, пошел. Морковку давай, забери, пожуй. Ладно, ему, видимо, не надо. Фласка... А мне задание, я тоже хочу. Куда? Я тоже полезная. Да, ты полезная, но... Пусть задания они выполняют, потому что мы будем давать им за это выход. Вот, смотрите, Генгл, тебе нужно убить как можно больше големов и принести железо. У тебя хорошо.
хорошо получается всем трендулей давать, поэтому иди големов разбирайся с ними. Я понял. Стоит, дерется. Да, О, да ну, лопату. А кирку? Кирку и Фласка. На, позанимайся грядкой. Морковку посади. Ай, часы. Я тебе говорю, каменные инструменты. Это значит каменный топор и каменная кирка. Да, Генгл. Для тебя самая важная задача. Да посмотри, что за беспредел устроил. Взял, я говорил с ней. Он взял местами нас поменял. Ну так нормально. Одна притягивает, другой меняет местами. Удобства. Да какие удобства? Генгл. Да ты не Генгл, да ё-моё. Генгл, смотри, к тебе важное задание. Не плакать, не плакать. Ты должна. А ты просто будь с нами пока что. Вот, просто будь с нами. Радуется. И сейчас вот эти все со своими заданиями справятся, и мы пойдем портал в ад искать. Чё тебе надо? Чё ты берёшься? Чё ты хочешь? У тебя рука маленькая. Куда ты машешь? Ты хочешь, чтобы я дал какое-то задание для Генгл? Да? Он не хочет работать, все очевидно. А, я понял, да. Ладно, Генгл, помоги королеру принести мне эти инструменты. О, железо, то что надо? Да не плачь, я тебе морковки дам, морковку, да. Любишь морковку? Да, ладно, я тебе семена свеклы дам. О, семена свеклы нравятся. А все, больше нету. Че, цветочек? А че только одно железо? Фласка, напряги их чем-нибудь, дай им задания какие-нибудь. 13 железо. Хочу таких мотык 5 штук. Да, какие мотыги, Фласка, ты растрачиваешь их потенциал. Молодец, я тебя жду, Зубул. Да, Генгл. Или не Зубул. Да, это Зубул. Генгл, добудь дерево. Королёр, проследи за свиньей, чтобы с ней ничего не случилось. Понял? Можешь свинью погладить там. А у меня тотем бессмертия есть. Что такое? Смотри, мотыги мне притащил. Зырь сколько? Во, скричи, вот это вот, я говорю, полезные люди. Да какие полезные? Они фигнёй страдают. Ты что добываешь? Зачем я тебя послал? Ой, прости. Держи. Пшеничку. Умница. Хочу золотое яблоко. 5 штук. Спасибо. Да, Фласка, нам нужно ват. А, королёр, добудь дерево. Вместе с Генгл. Портал ват нужен. Портал ват, мужики и дамы. Дамы? Я мужики. Чё ты печатает? Да. След задания 500 алмазов. Ты чё, офонарел, что ли? Я тебя слишком сейчас... Слишком дорого. Выкидывай его, он нам не нужен. Вычеркиваем. Вычеркиваем из нашей команды. Все. Выход ты не получишь. Не понял. Ты в кого тут шпульняешься своими этими? А, ты его спасаешь. Я понял. А где вы потеряли Зубл-то? В смысле? Фласка! Она пошла, это, яблоки мне добывать. Какие яблоки? Меня куда-то понесли. Куда ты меня несешь? Ты меня утопить решил, да? Фласка, спасать надо меня. Вычеркиваем. Королёр, бестолочь. Где дерево мне? Где? Дай мне дерево. Ты, я тебя... Прости на пшеничку. Да. О, королёр дерево добыл. Ай. Где Зубл? Я жду свои яблочки. Мне нужны яблоки скретчу. Ну чё ты такой бесполезный? Пойдём. Кстати. Нам... Шо. Подожди. Я тебя бить не могу почему-то. Чё за магия? А золото? Тебе привезли свои яблоки. Мы тебе золото привезли. А я не знаю, что ты меня бить не можешь, они меня могут. Ну-ка, да. Поплевухи в меня. Молодцы. О, клубочек свернулась, Генгл. Ну хорошо, что хотя бы не во что-то другое. По факту. Все, а где дерево-то мое, Фласка? Дай дерево, пожалуйста, я сделаю железные инструменты. И мы наконец-таки отправимся в ад. И посмотрим, на что вы способны по-настоящему. Так, я делаю, значит, 2 железных кирки и 2 железных топора. Фласка, держи. Спасибо. Скретчи просто слабый, Фласка топ. Ты чё? Это правильно. Кто меня бьет? Поплевухи тому, кто меня ударил. Все, я забираю эту табличку с собой. Все. Пошли, все за мной, моя команда. Фласка. А я чё? Ты ж говорил, я не команда, а они твой потенциал, а я не потенциал. Чего? Я говорил, что ты полезная, но... Пусть задания выполняют они, потому что мы им должны бы... А, пойдемте. Смотрите. Вы кто? У кого лучше всего развито чувство пространства? А, у тебя, да? Хорошо. Значит, ты чё, у тебя? Короче, найдите мне портал в ад, руины. Руины портал в ад. Давайте все вместе. Правильно пишешь. Слушай, дело говорит. Смотри. Какое дело? Никакого тут дела. Это мы уничтожаем. Он туда куда-нибудь. Все, никто ничего не видел. О, королёр зовет искать портал в ад. Ты просто не можешь признать то, что я топчик скретчи. Смотри, как надо руководить людьми. А, все, они все нашли. Че, так быстро? Тут так рядом всегда был портал, и я его не замечал? В смысле? О. Так мы не ходили в эту сторону. Так, нужно что-то сделать с вот этим плачущим обсидиан. Да что, я эту табличку уничтожаю. А ты понимаешь, они утаскают, потому что ты бесишься из-за этого. Да, хитропопы. Да ты что делаешь? Не так портал в отстро...
Тяжелый случай. Обсидиановая стена. Переделывайте портал. Все не то, все. Да зачем ты овцу тащишь? Нет, вам нужно сделать нормальный портал, который мы сможем поджечь флаской. Зачем ты? Выход! Давай, нам туда и прям вот сюда. Да куда? Туда-сюда, фласка! Спасаю! Нормально? Да, всем дизлайк, никто меня не ринулся спасать, кроме скретчика. Вот, спасибо. Вот, это я. О, тебя Гэнгл отхилила, точно она ж хилить может. Отмазки за... Тужите! Хиль! Так, подождите, нам нужен нормальный портал в ад, а не вот это вот все. О, а Ген, точнее, как ее зовут-то? А, Зубл! Зубл сможет поджечь этот портал при помощи своих молний. Вот вы построили, кто это построил? Королёр, ты строил? Вот ты построил, ты и ломай. Куда? В лаву меня, что ли? Я вам подарок сейчас всем дам. Все ко мне, всем дам по подарку. Я выход когда? Выход когда? Выход, как только пройдем Майнкрафт. Смотрите, это вам подарки. Это уголь. Он очень ценится. А тебе подарок? Часы. Часы для Гэнгл. Мне кажется, Гэнгл не особо радостно. Куда ты меня так? Что такое? О, Ехид. Тут написано Ехид. Типа Ехидна? А кто Ехидна? Какой Ехид? Это значит exit. Это значит выход по-английшу. Ага. А exit это типа чье-то имя, а меня Фласка зовут. Приятно познакомиться. Какой выход? Какой? О, они достроили портал. Подождите, вот это осталось заменить. Вы что творите-то, ёшкин твой? Скрэйч был поражен молнией, пока боролся с королёр. Фласка, смотри, портал готовый. Ну, готовый, вот только не подожженный, а поджигать чем? А давай мы им квест дадим. Ты что, мелкий стал? Я не знаю, что со мной сделали. Все, я уж нормальный. Ты дурачок, уголь плохой подарок. Это ты? О, что за звук был? Фласка, там портал. О, Гэнгл. А это Гэнгл? Да, Гэнгл. Кто сломал? Королёр, походу. Королёр, ты чертила, что ли? Вот самый противный. Он с ума сходит. И еще тут вредник. Вредничает у нас, не вредничай, понял? Ай. Такое ощущение, будто бы в него этот. Но этот наглый такой, как его, кролик залез. Ах, кстати, да, кстати, что-то есть похожая черта. Ура! Мы в аду. Где я? Скретчи, аккуратно, тут упасть очень легко. Так я уже внизу, вытащите меня. О, Гэнгл может своими ленточками притягивать, притяните меня. Ладно, королёр, спасибо, оставайся снизу. Гэнгл, а ну давай, вон там королёр, помогай ему. Как он вы... А, кто? Он высоко. Прыгай. Да это он, чертила еще тот. Все, берите нас с Флаской на руки и пойдемте искать крепость. Давай, бери. Что ты плачешь? Что случилось? Не плачь, давай мы тебя на ручках понесем. Хочешь, чтобы на ручках тебя понесли? Да? Ну давай понесем. О, тебе радостное. Все, поперли скретчища, что-нибудь интересненькое найдем. Да, нам нужно искать крепость. Не понял? Не понял. Королёр буянит опять, чертила. Ну у него стопудняк Джек селился. Я теперь все знаю. Все, погнали! Нам нужно в крепость! Новое достижение, чертоги страха! Ты голову таскаешь с собой. Да, смотри, я несу и... Где? Куда? Где я? О, нашла! Пойдем! Королёр буянит. Вот буянит, вот я тебе говорю. У него что-то с головой не в порядке. О, эфритов! Да, мочите эфритов. Давай! Чё, торт? Фласка, нам торт приготовили. Еда это я люблю. Вкусно. Еда это очень хорошо. Это просто прекрасно. Чего? Что происходит? Что? Я не знаю. Меня скинули! Куда? Я тебя вытащу. Иди сюда на ручки. Прямо эфриту! Меня скинули! Тихо, нужно пожрать! Где торт? Торт! О, алмазная кирка откуда у меня? Так я съела весь торт, а кирка не знаю откуда. Съела весь торт, серьезно? Фласка, у меня мало хп! У меня мало хп, но нам нужны стержни! Потушите меня, похильте, Гэнгл! Где Гэнгл? О, спасибо, прям на последней секунде. Гэнгл, будь с нами и хиль нас, потому что мы иначе с Флаской тут помрем. Гэнгл, хиль! Хильте! О, Фласка, все нормально, я... Это живой. Да, я сейчас с ними почти разобралась. Главное это, Гунгл, ты постоянно хиль, а то очень много дамага наносишь. Смотри, Гэнгл же может их запутывать, и они больше ничего не могут в ответ сделать. А чё она раньше так не делала тогда? Очертила, да. Зачем это? Вот я как попу чуяла, она не плакай, Гэнгл. Я там ей изумрудик, а? О, все, радостная. Так, пойдем. Я не понимаю, где остальные? Куда? Что это? Фласка. Где? Шо? Чё ты маленький? О, это чё? Чё за фигня какая-то непонятная? Здесь написано буква N. А, это снег! Я проваливаюсь, спасите! Помоги! О, спасибо. Не за что. Это ловушка от... Скретчи, я в какой-то заднице, вытащи меня из нее!
О, спасибо. Я всех вытаскиваю. Что это? Что вы тут... Что это? Это дом? Ласка, они дом построили. Посмотри, это что? Ну, что-то какая-то маленькая избушечка. Да, избушка маленькая. Ну, какого фига вы дом тут строите? Нам тут нужно стержни добывать. Дом нужно строить в обычном мире. Понятно? Ласка, у меня, знаешь, мне кажется, у меня шизофрения разовьется. Где? Давай им просто О, я вспомнил. Выход же делается из вот этого вот дерева. Как он называется? Зеленое которое. Ифрит. Да, какой ифрит? Нефрит. Все за мной. Ну, почти. Багровое. Нет, не багровое. Нам нужен зеленый лес. Короче, все за нами с Флаской. Мы предводители. Мы вам сейчас сделаем выход. Вы хотите выход? Хотите выход. Поэтому какие-то чудики. Вот оно, дерево. Фласка, короче, искаженная дверь называется выход. Он точно... Ребята, я вам делаю выход. Вы сейчас будете свободны. Вы рады? Так, Фласка? Да. Посвящаю крафт двери тебе. Давай. А я не умею крафтить. В смысле? Дверь крафтится, как обычная дверь. Ты чё? А зачем ты мне дал это задание? Делай сам. Ах. Спасибо тебе, Зубл. Я сделал 3 двери. Это как раз таки 3 выхода для каждого из вас. Сейчас я поставлю их. Чё тебе дали, Фласка? Она мне зачарованное яблочко принесла, еще морквью. О, фига, морквью я заберу. Так, каравер, не буянить, я сделаю сейчас выход. Все ко мне. Идите сюда, прямо ко мне. Я сейчас ставлю двери, пока ничего не трогайте. Оба. И я прямо... Так, что-то печатает. Зачем калитки? Ну это дополнительная защита, чтобы никто случайно не вошел. Да ладно, им все равно сейчас нужно будет идти на выход. Ты обман, это не выход. Это выход, отвечаю, смотрите. Так, ну что, давайте начнем с Гэнгл. Гэнгл, можешь заходить. А не плачь, ты вернешься в обычный мир. Держи тебе изумрудик. Я поняла, Скрэч, она плачет. Типа, я вас так люблю и не хочу уходить. Гэнгл, смотри, что там есть. Там есть изумруд. На выходе, твой любимый. Это неправильно работает, Гэнгл. Если не хочешь, не уходи. Главное, тебя в выход не засунуть. Так, хорошо, королёр. Вот выход. Можешь идти. Они не хотят уходить. Что за трусихи? Идите. Вы можете быть свободны. Вы выполнили свою миссию и свое предназначение. Мы вас не за... Будем. Один уже вышел. А я могу попробовать. Наверное, можешь. О, теперь королёр выходит. И Гэнгл, давай, иди со своими друзьями, держи тебе изумрудик. Мы тебя никогда не забудем. А еще мы с тобой 100% встретимся, так что не грусти. Вот. Она хочет, чтобы мы с ней пошли по ходу, хочешь? Давайте пойдем. Мне, кстати, интересно, что будет за выходом. Давайте, проходите, и я следующий. О, Фласка, теперь ты. Я думала, ты их развел, и мы не пойдем туда. А ты не хочешь? Я не знаю, что там. Я тоже не знаю. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Флазочка и Скрэч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. Но давайте посмотрим, что на выходе и...